В селе Спешневка Кузоватовского района возродили славянский фольклорный праздник «Люлё на счастье». «Люлё» – это местное название традиционного календарного обряда семик, проводимого в четверг перед Троицей. Идея реконструировать обряд родилась в ТОС «Возрождение» муниципального образования Кузоватовский район Ассоциации ТОС Ульяновской области, которая действует на территории Спешневского сельского поселения. Активные жители села написали проект и подали заявку на конкурс в Президентский фонд культурных инициатив. «Люлё» вообще, это праздник, который проводился на наших лугах давным-давно. Просто со временем он ушел в историю, и в связи с этим вот нам пришла жителям такая идея возродить его заново, чтобы как бы вернуть вот эти традиции, привить их детям. Главным атрибутом обряда является старый высохший репей, символ счастья, здоровья и удачи, который украшали разноцветными ленточками. Его и называли люлё, а по нему и сам обряд. С наряженным репьем, исполняя песни, девушки шли в луга. Там они плели венки, бросали на воду в свиягу. Если поплывет венок, то скоро замуж. У нас село цветет, мы его все очень любим, оно у нас хорошее, жители все в нем дружные. У нас в селе много всяких рукодельников. Например, у нас занимаются бисероплетением, вышиванием, рисуют многие. Многие ходят на спортивные игры, придумывают сами игры. У нас село самое лучшее для нас. Вовлечение молодежи в работу по возрождению фольклорного праздника «Люлё» – это не единственная цель проекта. В селе Спешневка создан арт-клуб молодых семей «Люлё на счастье» на базе Спешневского сельского дома культуры. Он рассчитан в первую очередь на 37 молодых семейных пар, проживающих в этом небольшом селе. Это необходимо, как считают в ТОС «Возрождение», для сокращения оттока молодежи из села. Но на этом в ТОС не собираются останавливаться и придумывают новые формы работы с жителями. По их примеру, инициативы рождаются и в других территориальных объединениях самоуправления Ассоциации ТОС региона. Ирина Антонова, Улправда ТВ.